Подготовка к празднованию 50-летия города Видное начинает набирать обороты. Времени, чтобы сделать праздник красочным и интересным, осталось совсем немного. Но чего хотят видеть в этот день сами жители Видного? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, съемочная группа «Видное ТВ» провела опрос и узнала пожелания горожан. Ответы были разные. У каждого поколения видновчан свой взгляд на мероприятие, но многим хочется большого концерта. Пригласить какую-нибудь звезду, молодежь это привлечет, и будет больше народу. Выступление артистов известных. Хорошая музыка. Я думаю, что были современные исполнители, а не только русские народные. Молодежные исполнители, чтобы привлечь молодежь. А вот семьям с детьми хочется больше развлечений для малышей. Ростовые куклы, аниматоры, сладости и конкурсы. Больше всего, мне кажется, детям нужно посвящать. Учитывая, что у меня маленький ребенок, мне было интересно какие-нибудь аниматоры, наверное, детские. Наверное, для детей что-то интересное. Какие-нибудь ростовые куклы, может быть. Сделать вообще бесплатные все аттракционы, может быть, бесплатные какие-то детские кафе. Пригласить каких-то аниматоров побольше. Каким бы ни был праздник в честь 50-летия родного города, ясно одно. Горожанам хочется чего-то неизбитого, веселого и хорошо организованного. На этот день, я считаю, город должен сделаться как бы пешеходной улицей. Ну, хочется, конечно, чтобы люди всегда повеселили. Да, что-нибудь было, что-нибудь веселенькое. Теперь осталось дождаться вторых выходных сентября, чтобы увидеть в день города реализованными все пожелания видновчан. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.